Облагораживать город сотрудники дирекции благоустройства начинают с самого утра. Сегодня кипит работа на улице Березовой. Но, вопреки названию, сажают здесь отнюдь не деревья, а саженцы кустарников и валистной спиреи. В двух траншеях по 8 погонных метров каждая разместят 50 кустов. Они станут живой изгородью между пешеходной и зеленой зонами. Ивалистную спирею привезли из питомника дирекции благоустройства. Агрономы рассказали, что сажать кустарники осенью не опасно. Наоборот, в это время года они лучше приживаются. Поэтому и выбирают для посадки преимущественно два сезона – осень и весну. А работают по обращениям жителей. У нас по таким обращениям уже посажено 122 липы на Московском шоссе, на улице Дзержинского, Гагарина. И также еще планируется посадка кустарников на улице Тимуровцев, Трудовой большое количество и улице Стройкова. После посадки традиционный полив кустарников и косметическая стрижка. Срезают сухие листья и ветки. Да и после посадки ухаживать не прекратят. В дальнейшем будет полив, санитарная обрезка. Весной каждый год обрезаются кустарники в один уровень. Ивалистная спирея вырастает до 2 метров. В ширину тоже размах получается не маленький. Однако до этого стараются не доводить. Санитарную обрезку проводят раз в год. По необходимости чаще, чтобы вид на привычную придомовую территорию у жителей был куда приятней. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».